Повелитель, позволите? Слушаю, Малкочеглу. Вы знаете, что Айбике Хатун сегодня в Крым отбывает. Прошу вашего разрешения проводить ее до порта. Разрешаю, Малкочеглу, ты можешь ехать. Жаль, что Айбике нас покинет. Моя единственная подруга. Я к ней очень привязалась. Айбике тоже понять можно. Она так долго жила вдали от родных. Шехзаде ожил, едва только о походе услышал. Он уже рвется в сражение. Пришла уж пора. Ну уж точно, в Санджак ему сейчас самое время отправиться. Рано еще. Скажи, а ты где был в его годы? В Санджаке я вместе с отцом в походах был. Теперь пришло его время. Пора его отправлять. Хюрен, не нужно говорить о том, что тебя не касается. Полагаю, что Валидеем и Хидевран приняли решение без твоего ведома. В таком случае я прошу, чтобы вы вмешались, повелитель, потому что я не хочу этой свадьбы. Твое согласие, конечно, важно. Но мне решение Валиде кажется довольно разумным. Айбике – красивая и умная девушка. Кроме того, как дочь Гирейхана, она тебя достойна. Отец… Подожди, не спеши, Мустафа. Сначала подумай. Раз вы настаиваете, я подумаю. Я надеюсь, ты примешь правильное решение. Повелитель, я хочу знать, будет ли мое мнение иметь значение или все решено. Ты сначала подумай. Повелитель? Шехзаде. Видно, вести быстро распространяются. Да, господин. Что скажешь, Ибрагим? Дал бы ты разрешение на этот брак? Валиде Султан приняла верное решение. Дай вам Аллах счастья. Поздравляю, Шахзаде. Если позволите, я вернусь к себе. Доченька. Мехмед. Здравствуй, свет очей моих. Повелитель, если брат не женится, то Айбике будет моей. Подрасти сначала. Я ведь уже взрослый. У меня должен быть свой гарем. Я тоже хочу покоя для себя. Когда придет время, обязательно. Довольно, дети. Идите к себе, оставьте повелителя в покое. Вы говорили, что сами хотите определить будущее Мустафы. Это тебя интересует, Хюрен? Так? Но женитьба Мустафы – это серьезный вопрос. Я не понимаю, почему вы оставили это на усмотрение Валиде и Махидевран. Окончательное решение еще не принято. И оно будет согласовано со мной. Неужели ты против свадьбы? Айбике и Мустафа, оба они совсем не хотят эту свадьбу. Все очень просто. Шехзаде Мустафа должен жениться по любви, как и мы с вами. Мустафа сам выберет то, что принесет ему счастье. Аминь. Валиде. Что-нибудь произошло? Неужели я не могу просто зайти?
Ведь ты иначе не приходишь, сынок. Вот я и спросила. Мустафа пожаловался мне на одно ваше решение. Этого я и ожидала. Ты опять возражаешь против меня и моих решений. Напротив, вы приняли отличное решение. Мне оно по душе. Мустафа и Эбиге очень красивые люди, они достойны друг друга. Конечно, есть причина для спешки. Меня очень волнует будущее твоего наследника, Мустафы. Чего же вы так боитесь, Валиде? Вспомни, что ты пережил, когда был в его возрасте. Тогда ты поймешь, о чем я. Если бы ты в тот день надел посланный твоим отцом отравленный кафтан, если бы я не помешала этому, сейчас бы никого из нас не было. На что вы намекаете, Валиде? Говорите прямо. Основная обязанность каждой матери – защищать своих детей. Но отцов это не касается. Так всегда было, особенно если твой сын претендует на престол. Я знаю, что ты не станешь заниматься кровавыми интригами. Ты не причинишь вред своей плоти и крови. Но будут те, кто захочет изменить твое мнение, Сулейман. Ни за что не поддавайся этим злодеям. Да руководит тобой твоя совесть. Она укажет тебе верный путь. Повелитель, Валиде. Я не вовремя. Останься, Мухидабран. Мы закончили нашу беседу. Мой сын согласен с нашим решением о свадьбе. В таком случае поскорее начнем готовить помолвку. Не торопитесь. Нужно убедить Мустафу и Айбеге в необходимости брака. Без их согласия, Валиде, я не дам добро на эту свадьбу. Она меня попросила. Я обещала ей поговорить с вами. Она уже много лет тоскует по семье. Пусть хотя бы раз съездит. Почему тебя так интересуют ее дела? Ничего удивительного. Айбеге мой единственный друг во дворце. И я счастлив за вас обоих. Я не сомневаюсь, что вы, Шахзаде, создадите крепкую семью. Но мне важно, чтобы вы тоже дали согласие на этот брак, подумайте. Вполне естественно, что вы оба удивились такому предложению. Но со временем вы поймете, что для вас это лучшее. О чем ты хотела поговорить, Айбеге? У меня к вам была просьба, повелитель. Из-за этого решения Валиде я не смогла поехать в Крым. Если вы позволите, я хотела бы ненадолго навестить свою семью. Повелитель. Малко Чеглу. Айбеге Хатун хочет поехать в Крым. Я ей разрешил. Она побудет там и вернется. Подготовь все. Ты будешь сопровождать ее в пути и отвечать за ее безопасность. Не беспокойтесь, повелитель. Однако прими к сведению, что она будущая невеста моего сына и наследника нашей семьи. Поэтому она считается женой Мустафы и входит в его гарем. Поездка должна обойтись без осложнений. Я на тебя полагаюсь. И Айбеге, и Шахзаде оба согласились пожениться, повелитель. Я рад. Позвольте немедленно начать готовиться к обручению. Можете начать готовиться хоть сейчас. Малко Чеглу.
Государь. Шехзаде Мустафа и дочь Гирейхана Айбеге Хатун решили обручиться. Извести всех об этом и начни приготовление. Ты в ответе за подготовку. Айбеге Хатун не собирается ехать в Крым? Она раздумала. Ее отец сам приедет сюда. Ты свободен. Повелитель, вам известно, что Мустафа очень любит Ибрагима Пашу. Если разрешите, Паша возьмет на себя подготовку. Он знает все желания Мустафы. Государь. Я слышал, что вы решили пожениться ближайшим летом. Желаю настоящего счастья вам обоим. Спасибо. Спасибо. Повелитель, Сахиб Гирейхан Хазрат Лири прибыл. Проси. Добро пожаловать. Большая честь для меня увидеться по такому поводу. Прошу на балкон. Мустафа еще нет. Почему? Я его поищу, повелитель. Я жду его. Я обрадовался, получив письмо от вашей матери и моей сестры Хафсы Султан. Для меня большая честь отдать дочь за наследника Османской династии. Желаю им счастья, иншалла. Аминь. Государь. Шехзада Мустафа покинул дворец. Немедленно найди его. Как прикажете. Ему вновь воцарился покой, и я рад. Повелитель, хвала Аллаху, порядок восстановлен. С вашей помощью. Повелитель. Папочка. Айбеге. Дочка. Хорошо, что вы наконец встретились. Госпожа. Здравствуй, Сахиб. Рада видеть тебя в наших краях. Вы здоровы, Машала. И совсем не изменились. Такая же красавица. Знакомьтесь, Хирам Султан. Она мать моих шахзады. Для меня честь познакомиться с Хасыки великого султана. Спасибо. Махидабран Султан. Госпожа, поздравляю. Вы воспитали такого славного шахзаде. Только я начинаю волноваться. Я не видел его с тех пор, как приехал. Надеюсь, он здоров. Что вы вечером приедете, поэтому отправился к Ибрагиму Паше. Так, Валиде Султан? Да, так и есть. Государь. Шахзаде Мустафы со вчерашнего дня нет, я волнуюсь. Может быть, вы от меня что-то скрываете? Повелитель, Шахзаде Мустафа прибыл.
Проси. Повелитель. Хан Хазрет Лири, я рад. Шахзаде. Я вас так долго ждал. Вы заставили меня поволноваться. Вечером возвращаться было небезопасно. Повелитель, простите. Я уехал без разрешения к Ибрагиму Паше. Это мне известно. Я только хотел привести сюда Пашу. Хотел, чтобы он участвовал в церемонии обручения. Тебе удалось это сделать? Я сделал для этого все, что мог. Но, увы, я не смог его уговорить. Упрямый. Он готовится к смерти. Я сказал ему, если ты не поедешь, и я не поеду. Он велел мне вернуться. Ясно. Мустафа, постарайся это понять. Своей семьей никогда нельзя жертвовать ради кого-то. Семья – это самое важное на свете. Государь, мне… Иди к себе. И готовься к обручению. Шахзаде Хазрет Лири, поздравляю. Спасибо. Желаю счастья. Спасибо, брат. Паша. Ибрагима Паши не будет на церемонии? Мне неизвестно. Давно уже Пашу не видно. Ничего с ним не случилось? Будешь болтать, с тобой точно случится. Балибей, церемонию пора начинать. Да, повелитель. Мустафа, прошу. Повелитель. Пусть будет счастливым этот союз, и Аллах пошлет свое благословение. Аминь. 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 Аминь.
Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Айбеге, желаю, чтобы вы, шахзаде, всю жизнь были счастливы. Султан Сулейман хан Хазрет Лири! Паша здесь. Только что уехал, государь. Он только на обручение приехал. Сказал, что ему пора возвращаться. Паша. Можно мне с вами в Крым? Я по всем очень соскучилась. Я так давно не видела своих братьев. Теперь твое место здесь, Айбеге. Я хотела бы до свадьбы съездить в Крым. Хочу проститься с братьями. Если повелитель даст свое позволение. Благодарю. Как я рада видеть вас вместе и такими счастливыми. Госпожа моя, как жаль, что пришло время прощаться. Мой любимый и храбрый брат, счастливой дороги. Если судьбе будет угодно, летом свадьбу сыграем. Тогда увидимся снова. Шахзаде. Мой единственный зять. Обручение было замечательным. Аллах да благословит вас. Аминь. Поезжайте с легким сердцем. Айбеге обрела здесь новый дом. Повелитель посчитал возможным сыграть свадьбу этим летом. Если судьбе будет угодно, мы скоро увидимся. Береги себя. Передавайте от меня привет вашим родственникам. Повелитель. Гирей-хан, да будет твоя дорога открыта.